Сейчас поедем во Франкфурт на шпаринг. Чё, все у тебя на месте там, Дэн? Все с собой? Так, шуи. Вот эти штаны, наверное, пойду, потому что холодно. Ну, окей. Едем в город Франкфурт на шпаринг. У нас 30-29 сентября ХСМС США. Надо тренироваться. Надо немножко подтянуть. Хессен Массершафт – это у нас 16 земель Германии. Мы будем свою землю защищать. Кто будет лучше? Победителем будет. Кто будет победителем Хессен? У нас маленькая проблемка. Надо нам победить. Почти. 29-го начинается соревнование. Они длятся 2 недели. Ну как 2 недели? Два выходных 29-го, потом через неделю на следующий выходный. Но у нас проблема, мы в октябре, 4 октября уезжаем в Узбекистан на свадьбу. Значит, мы можем финал пропустить. Но нам надо договориться на следующих выходных, если будет всего лишь два соперника или один, чтобы финал перенесли на 30 сентября. Тогда мы сможем отбоксировать, победить или проиграть, посмотрим, и спокойно ехать уже в Узбекистан. И у нас планы в Узбекистане сходить на тренировку. И это все заснять и показать вам. В Узбекистане очень хорошие боксеры, они заняли первое место на Олимпиаде. Так что там надо есть чему поучиться, ну и да, потренировать твои комбинации любимые, чтобы они у тебя уже автоматически вылетали. Вот мы приехали, вот их не зал. Бери, нет. Дэвид, свои вещи, бери. Нет, их не зал там. Да? Да. Пойдем. Чуть-чуть мы опаздываем, давай, забирайся быстрее. Сейчас посмотрим, что у них за зал. Здесь, что ли? Да. А вон тренажерка там у них есть. Переодевайся. Вот тренажерка у них здесь неплохая. Это раздевалка, душ. Она маленькая. Пойду зал поснимаю немножко. Зал хороший. Вон Дэвида, спарринг-партнер. На год зашли, но опыта чуть поменьше. И вон и настоящий шпаринг-партнер не пришел, заболел. Дэд, видишь, здесь музыка есть, под музыку разогревайся, танцуй. Коленки вверх.
Руки подставляй. Пятки. Жестко левой рукой работаешь. Джебы в корпус левой. Правой втыкай сильный. А там посмотрим, я тебе подскажу, что там дальше делать. Дергай его, левую он жди. Через вон левую что-нибудь кидай ему. Свинги покидай. Только лови его. Не надо на длинной дистанции свинги дать. Его дергаешь, он только начинает свою атаку. Ты ему сразу контратакуешь его свингом. Футболку не забудь отправить. Decken steht, Schlagern am Kinnarm, Schulter hoch, ja. Wichtig Technik, nicht schlagen. Komm, Auge. Schnelle Vierhand, schnelle Vierhand. Ja. Decken steht, Decken steht. Чуть-чуть поближе. Haben wir zwei Minuten, ne? Wie viele Runden? Fünf, drei, vier, fünf. Weiter. Der steht, wegabschneiden. Wegabschneiden, die Vieren läuft dabei. Die Vieren läuft. Auswahl, leer laufen lassen, den Gegner dann gleich Angriff kann. Konter. Komm, die Vieren läuft. Elias, die Vieren läuft. Ja, gut gemacht, David. Левый снизу. Komm, Ильяс. Туда, вперед. Deckung steht, Ильяс. Schön Deckung haben. Mehr Kopf, Ильяс, du bist ein bisschen größer wie er. Die Fian läuft aber, Ильяс, du musst mehr laufen. Ich treffe das gar nicht kassieren. Уходи. Weg abschneiden, die Fian läuft, ablocken sein Fian, selber schlagen, komm. Ein Doppelfian. Про корпус не забывай, да, прямые, левый или правый. И сторону сразу. Левой дергай. Komm, let's aim für euch zwei. Du warst zu lang. Konzentrieren und stopp Pause. Молодец. Los geht's, Box. Bleiben die Vieren läuft, aber nicht mehr gucken, immer zum Gegner und zuhören. Erstmal finden locker mit den Vieren, komm, dann nicht vom Weiten, musst du mal schon kommen und ausweichen, selber kommen, meiden. Komm, Elias, du musst pumpen. Левую жди, оттянись и правой. Только с ближней дистанции, Дэй, что ты... Bleib einmal, komm, Ильяс, komm, Ильяс, komm, punkten, die Fian. Wo bleibt der Fian, Ильяс? Правый, боковой, с раскачки. Komm. Mit Boxen.
Еще раз только один и ушел. Лево в голову, право в корпус. Was fangst du da was? Und Pause. Надо чуть-чуть побольше бить, Давид, вообще не бьешь, только защищаешься. Я хочу тайминг это... Отработать тайминг? Ты сказал, главное не победить, а потренироваться. Ну да, но ты ничего не тренируешь, удары серии какие-нибудь, хотя бы с двух ударов потренируй. Правый живот, левый боковой. Левый боковой. Сначала ударю, потом я... Но ты свои должен тоже атаки делать. Ну ты должен сам тоже атаковать первым. Смотри, правый в живот, левый боковой. Или потом левый в голову, боковой, правый в живот. Двойку жесткую пробей, попробуй. Только с ближней дистанции, не надо с двух метров прыгать. Подготавливаешь на скачке левый боковой. Ближе подходишь, подходишь и резко прыгаешь. Делаешь на упреждение левый боковой чуть-чуть дальше, окей? Schneller schlagen, schnell zurückziehen. Komm, durch die Mitte schlagen. Schnelle Hände, schnell schlagen, ja. Die Richtung ist richtig. Правый боковой живот, правый боковой живот сильный. Schritt vorne. Левый, закрой глаза. Bergabschneiden, komm. Komm, das Warten ist zu lang. Bleib locker. Точно такое же, только в живот дает. Левый в живот боковой сильный. Раскачай корпус. Корпус раскачай. Лево-правый, левый в живот боковой. Длинный топ. Левый в живот боковой, Дэвид. Боковой, левый в живот, туда. Только с раскачки. Раскачай. Ja, das davon musst du mehr machen. Mit dem Vier mal rein, mal doppelt, mal dreifach und dann kommt der Schlager. Ja. Komm, fang mal mit Schlager an, wenn er hier reinkommt. Dann durch, gerade. Ja. Komm, eine halbe Minute, dann habt ihr es. По животу побей. Jawohl, komm, bleib. Box, du. Jawohl, bleib einmal. Nicht weggehen. Nur ausweichen. Die Treffer kann ich passieren. Selber kommen. Komm, bleib stehen für euch beide. Zwinker, Dinas. Komm, hopp. Komm, schnelle Hände. Probe, ich schon. Pause. So, noch eine. Mit Kopf konzentrieren. So. Geht gleich los. Fertig. Letzte Runde, dann könnt ihr pausieren. Und los geht's. Wenn ihr wollt, später könnt ihr nochmal. So, ihr macht euch fertig. Es geht dann für euch in zwei Minuten weiter. Aber wie gesagt, es ist 10 Minuten dann rum. Ihr macht euch alle fertig. Du machst dann am Samstag jetzt, okay, das ist denn. Unbox, David, du musst boxen, nicht tanzen. Ja, du musst boxen. Was, das ist doch gar nichts. Das ist wirklich nichts. Egal. Du musst den Kampf. Hier, komm, das nicht mal. Ich hatte Boxen. Ja, komm, das geht. Und bleib, Druck machen. Komm, bleib einmal. Atmen, bleib da, ja. Boxerisch. Ja, sehr gut. Komm, hoch der Kopf. Wichtig, die Führung läuft, Schlagarm läuft durch die Mitte. Leo, schon. Zum Körper, komm, Box. Mach Druck, sonst ist langweilig für dich. Живот, левый. Komm. Боковой. Komm, nur eine Minute, dann hast du Pause. Komm, gib alles. Komm, Box. Boxen.
Ильяс, come box. Ильяс, boxen. Das ist kein Boxen, Ильяс, komm. Nach vorne, es geht nach vorne, komm. Die Pia laufen lassen, schlag ab, komm. Еще раз. В die Mitte. Еще раз так же сделай. И что, лань бат, а теперь в голову, точно так же, только в голову. Поменяй стойку, стойку поменяй. Шнеля. И теперь голову. Не попадаешь, на скачке делай. Шнеля, дичь со, заубер энде. Тушь ти митте, заубер, ком, лет 20. Ком, массери. Яволе, Давид. Ты шлифс, ком. Прямой левый в живот. Заубер, заубер шлаг, Ильяс. Und raus. So, raus wieder. Ну что, что скажешь? Собака. Ты? Он? С ней. Ну ты тоже не очень. Болит. Подзатыльник. Жмёт. Нам что-то другое надо купить. Для меня... Я пробухла на армии, что он больше весит, все такое. Я свою задачу отменила. Я мое задание сделала. Ну, я думаю, побольше можно было поработать. Но мое задание выполнено. Не быть попаденным. Ну. Себе не дал и другим не дал работать. Сам не поработал и другому не дал. Ты видел, какие у нас такая? Пару штук было. Нормально. Но... Последний раунд я другую стойку. Надо это, кстати, побольше там потренировать. Стойки менять. Ну да. По животу. Ну что, пойдем разомнемся. Руками держись. Не упади. Не упади. На скакалке попрыгай 5 минут. 5 минут попрыгай.
Так, ну вот мы тренировались, едем домой. Жалко, что не было хорошего шпаринг-партнера, он заболел. Ну так, Дэвид чуть-чуть подвигался, не стал рисковать, потому что парень тяжелее на 15 кг был. Не стал зарубиться с ним, да? Угу, потихонечку. С одной стороны, правильно, потому что очень большая разница весь. Видео скинем, посмотрите. Сегодня будут результаты на чемпионат Хессена. Будет у Дэвида Гегнера или нет. Будем надеяться, что есть. И будем боксировать. Посмотрим, станет Дэвид чемпионом или нет. Как он подготавливался, хорошо или плохо. Определит это чемпионат 30 сентября. Не пропустите. Так. Что там нам? 30 километров, 28 минут. Нам надо скинуть 700 грамм. Примерно, да? 700-800, чтобы уложиться в весовую категорию нашу. 32 килограмма, 500 грамм. Поверните направо.